Интересно, что означает выражение «не в своей тарелке»? Мы привыкли пользоваться этой фразой, но не знаем, откуда она пошла. На самом деле все просто. По-французски «assiette» переводится и как «тарелка», и как «настроение». Рассказывают, что в начале 19 века один переводчик работал над французской пьесой. И фразу «приятель, ты не в духе» перевел как «приятель, ты не в своей тарелке». Русскому писателю Александру Сергеевичу Грибоедову так понравилась эта фраза, что он вставил ее в уста Фамусова, героя своей пьесы «Горе от ума». Так с легкой руки Грибоедова безумная фраза обрела смысл и надолго поселилась в русском языке. Вот уж действительно, «Горе от ума». Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос.